Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о том же, как сменить страну в App Store. Независимо какая у вас страна, но будет здесь идти речь о американском использовании App Store. Начнем с того, что бывают такие ситуации, когда вы хотите что-либо скачать, но вас уведомляет окно о том, что вам необходимо сменить App Store. То есть имеется в виду сменить страну, так как приложение не поддерживается вашим данным регионом. Так вот, для этого и записывается видео, которое вы сможете быстро изменить данные для ухода в другого App Store. Есть два варианта, в которых я вам расскажу. Первый — это то, что касается у нас в iTunes. То есть вам нужно будет зайти в iTunes Store, в настройки, просто зайти в Apple ID, посмотреть. Вот iTunes и App Store, посмотреть ваш Apple ID, введете код-пароль, либо же это будет Touch ID, либо же это будет Face ID, неважно. Вы введете эти данные и пройдете дальше. Дальше по пунктам я вам подробно сейчас объясню, покажу, как что делается. То есть вам нужно нажать страна и регион, то есть если у вас это будет там Америка или еще что. И здесь вот жмем изменить страну и регион. Выбираем Соединенные Штаты. Вот, жмем на Соединенные Штаты, опускаемся вниз, применить. Итак, вот, введете все эти данные. Вот смотрите, здесь выбираете карты нет, пишите ваше имя, фамилию, пишите здесь улица, неважно, будет такая-такая-то, либо же поменяйте местами, как вам удобно. Город будет Нью-Йорк. То есть с state, штат выбираете также Нью-Йорк. Вот. Нью-Йорк. Zip-код пишите такой, как у меня. Номер телефона пишите такой же, как у меня. И все. На этом настройка заканчивается. Заканчивается. Жмете далее. Вас перебросят на изначальную страницу, бум, возможно, придет смс, точнее email о том, что вы перешли в американский App Store. Вот, и все, ничего сложного нет. Перейдем в App Store, должен посмотреть, что здесь никаких либо обновлений не должно быть, здесь все должно быть на английском, пожалуйста, все на английском. Вот наш App Store и поменялся, ничего сложного в этом нет. Следующий способ у нас заключается в том, что можно это сделать через iTunes. Я думаю, вы знаете, устанавливается на любую версию ПК. Установили и подключили ваше устройство. Даже можете, не подключая, зайти, нужно будет ваш Apple ID. То есть вот как это будет выглядеть. Вот изначально вам нужно будет зайти в IT, вот сюда, где обведено кружочком. Потом жмете аккаунт, регистрируетесь. Вы уже вошли, жмете продолжить. Вот, высветятся ваши данные. Жмете Change Country and Region. То есть меняете, опять же, если вы хотите на русский, либо наоборот, ваше шоу, все будет зависеть от языка. Меняете регион, выбираете язык, нажмете дальше, вбиваете те же самые данные, либо же это будет карта, либо же ее не будет, бамс, и все. И вам будет написано: приветствую, ваш Apple ID теперь готов для использования в iTunes Store. Все, ничего сложного в этом нет. Вот таких два простых способа, с которыми очень легко работать. Быстро ознакомитесь. Все описание я добавлю под видео. Нужные ссылки будут закреплены в комментариях. Также это будет то же самое описание. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, делитесь этим видео с друзьями. Жмякайте на колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока!